И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макси, Серега. Сегодня мы играем Гаррис Мод по многочисленным просьбам прятки. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А я, как обычно, буду первый ходить и их умочить. А вы, пацаны, разбегайтесь. Даю. Димон, я эту карту искал секунд 20, случайно нашел. Секунд 20? Вот это ты много искал, Димон. Давай, давай, осталось чуть-чуть времени. Димон, ты здесь, ты здесь, ты здесь. Я уже чувствую. Нет. Нет. Ребята, приближаемся. Нет, нет, нет. Да какого фига, все комнаты одинаковые. Я же только что был уже в этой комнате, но ты не она. Где ты, Димас? Так. Ну, что бы тебе подготовить, чтобы тебя так атаковать, короче? А, возьму тогда, знаете что, ребят, чтобы у меня третьего, пятого лица. Я не знаю, как это правильно. Во, от пятого лица давай бери. Смотрите, теперь я... Вот так могу прыгать высоко. Я меч взял. Звездного лорда. Джедая. Да. Звездного джедая. Вот тут, вот тут, вот тут. Нет, не тут. Тут Марио стоит, статуэтка, как в церкви. Честно говоря. Следующий Димас я буду искать, короче. Конечно, у тебя вариантов не будет. Я же тебя первого найду. Понял, хорошо. А если я буду мега-паркуристом? Я уже столько этажей поднялся, вы где? Вот мы, можно сказать, в самом тупом месте запрятались. О, я упал в какую-то дырку. Вот когда я прячусь, очень надежное место, которое я выбираю полчаса, ты меня, Димас, находишь за 2 секунды. А когда я просто спрятался, не знаю, просто увидел что-то и спрятался сразу, ты меня ищешь долго. Это очень круто. Я Димасу подсказки даю, а он меня еще не нашел. И ты, Серега, опять умер. Ну да. Дайте подсказку. Вы в замке? Да. А замок-то сложный. Ага. Мы, короче, в какой-то жопе. Димас, ищи нас. Как узнать, где жопа? Во, приближаюсь к жопе. Ну тут, короче, такие извилины, такие, кишка какая-то. И тут такой хопа. И жопа. Кишки какие извилины, говоришь? Да. Мы тут какие-то вверх, вниз, справа, лево такие идем. Угу, угу. Как Макс покемон такой проваливается немножко. Ты когда, кстати, вот так вот приседаешь, ты присядешь сейчас. Я тап нажимаю, вы со мной на карте? Ага, со мной. Вот ты ходи просто, ходи. Не, вот как ты сейчас ходил, вот ты сейчас проваливаешься, кстати, под карту. Ну, видите, ребят, проваливается. Вот он невидимый читмен. Да я где вас так... не могу найти? Да замок сложный. А ну, давай я на В пролечу и кишки найду. Ну, кишки, кишки, кишки. Вы обманули, здесь нет кишок. Это же мы не внутри организма человека. Я сказал, извините, как кишки. Всё, я нашел, где вы, пацаны. А. Я нашел. Давай, я сдалека зайду, чтоб не сразу замочить вас. А я иду по кишкам. Сейчас я от первого лица сделаю. Сейчас. А я иду по кишкам Димона мочить. А? И где я? Кишки, кишки, кишки. Вот тут, вот тут. Блин, классно, Димас не может отойти. Вот это прятки мощные, Димас, сочные прятки вообще. А карта при этом вроде не сильно мощная. А ты нас ищешь? Я слышу. Все, надо бежать, надо валить. Спасайся, кто может. Ты на В пролетел, ты жопа, я видел. Я не на В, я пропрыгнул, а не на В. Сам ты В, понял? Да я не могу тебя убить. Это не я. Это не ты. А я и думаю, как чего ж ты не ты. Это диперок. На, Кэтма. Там было заминировано. Классно. Так, ищем кишки и жопы. Погиб? Все, значит, да, вдвоем. Один прогиб, и я погиб. А два? Так, Димон, там стены какого цвета? Ну, здесь серый, коричневый. А еще небо светится. Отличное. Красотища какая, а?
Ух ты, как я... больно. А еще, Димас, я нахожусь в воде. Понял? Да что вы мне ловушек наставили? Опа, в воде. Здорово, Димон. Димон, здорово. Опа, ну, Серега, здорово, как дела? Я свалил оттуда. А где ты был? Быстрее, 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 быстрее. Нет, плаваю, плаваю, Диппер, ты мастер по плаванию, давай. Я не могу вас убить, вы под водой воздуха не пускаете? Есть! Ага, Димончик, иди сюда. А я его не вижу. А он свалил. Димас, как тебе, а? Приколы. Выходи! Вот он! Отстань! Не могу поймать! Ну! Диппер! Диппер Галактик, давай! Убили! Да. Так. Я запрятался. Кого ж я возьму? Все, я за стульчик летаю, ищу Димона. Давай. Так, где ты? Я тебя на улице жду. Вот я, Бонька. Алло, вот я, ты что летаешь, суп? Здравствуйте, давай, полетели вместе. Попрыгали, все, ищем. Так, застрял уже в первом кусте, кусту. Да не ты пыхайся, я ж-то не стул, как ты. Ой, я ж не... Что, не ватроник, как ты? Я же не стул, как ты. Получается, Димас, ты не ватроник, а я стул, я понял. Да-да-да-да-да. Вот, ребята, все, я превратился в стул. Так, а кто у нас на крыше? А на крыше у нас никто. О, блин, вот на крыше-то здоровая. Я-то не думал, что она такая еще здоровая. Вас еще, блин, по крыше ходить искать, ага. Давай, давай. Только не поломай крышу, а то дожди будут идти, будут опять капать из-за тебя. О, тут какой-то череп прилетел. Так, 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 так. Так, Димон, давай спускайся, не шали. Вы разлетались, читеры. Спускайся, спускайся, нам никого нет. Я знаю, где вы прятались. Где? А вот в этой кишке, в которой я прятался. А ты уже в помещении, в здании? Да, я уже решил походить у вас тут. Ого, здесь лабиринты даже есть. А где ты? А чё мне так фига? Опа, Кэтмакс умер. Кэтмакс, тебя убили или ты умер? Он на своих бомб взорвался. Капец, есть лабиринты, офигеть. А где ты ищешь нас? Я туда полечу. А в самом главном холле, короче. Двери все открываю, смотрю. Ага, вот. О, вижу тебя, стул вонючий. Стул. Че я вонючий, понюхай, я пахну. Да потому что ты вонючий, потому что я тебя найти не могу. Давай ищи. А Димон ищет нас. Прятались и запрятались так хорошо. Я так же само ходил, никого не мог найти. Замок принцессы. Давай. Здесь. Внимательно, внимательно. Здесь, офигеть. Еще, блин, царевну найду здесь. И поженюсь на ней. Надеюсь, она будет корольчихой. На тебе. Ого. А кто у нас в музее живет? А, никого, да? Обманщики фиговые. Наставили бомб везде. А я хожу их собираю. Так. Во, прикол. В котором никого нету. Вот, кстати, знаешь, ищу их в здании, а они все, вот ты, Димас, и все остальные спрятались на улице. Я в помещении запрятался. У меня нычка простая до ужаса. Я даже не сижу на корточках, я стулом летаю. Я в открытой местности. Просто знаю, что ты пока туда дойдешь, и серия кончится. Димас, я вырубаю режим мастера просто. Читмена мастера. Это как? Знаешь, какого аниматроника взял? Shadow Trap'а. А где тебя искать? Ищи меня везде, потому что я сейчас со скоростью света перемещаюсь. Я даже Shadow Trap'а, Димас, взял. Серега, а кто у нас тут бомб понаставил? Мочи, мочи его. Серега, где ты? Да. Есть.
Какой вытурник страшный, да, Серега? Подкрался к тебе незаметно и укусил за жопу. Так, а Димас, скорее всего, питерит. Как почему? Я его еще ни разу не увидел, Димас. Где ты спрятался? Не уви... Так ты меня не увидишь. Так я хотя бы должен один раз тебя увидеть, а то даже ни разу. Ни разу. У меня аниматроник читерский, Димас, поэтому я тебя должен найти сейчас быстро. У меня стул читерский, так что ты меня никогда не найдешь. Не знаю, в чем логика, но может в чем-то и есть. Вот ты где-то заныкался в каком-то таком месте. Я вообще не ныкался, я просто сижу в комнате, посреди комнаты стою. И взял стул, так заспамил и летаю. Так я все комнаты обыскал, как ты можешь посреди комнаты стоять? Как говорил один человек, добрый есть места. Добрый день, Димас, как у вас дела? У кого? У тебя, который в комнатке зеленый. А, нет, Димон, я вспомнил кое-что. Куда ты вспомнил, а? Куда вспомнил? А я бегу, по кругу маничите друг друга. А, говнюк, я тебе не могу попасть. Уже не смешно. Досмеялся. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!